Добрый день, меня зовут Сергей Каимов. Я являюсь международным гроссмейстером по шахматам из Узбекистана. Хочу выразить свое личное мнение по поводу ситуации, связанной с Федерацией шахмат Узбекистана и ООО «Шахматный центральный клуб», учредителем которого является вице-президент Федерации шахмат Узбекистана Турдиалиев Хусан Худайкулович. Прочитав информацию о том, что огромные средства перечислялись Федерации шахмат Узбекистана на его личную фирму ООО «Шахматный центральный клуб», я, честно говоря, ничему не удивился. Зная Турдиалиева Хусана последние два десятка лет и зная методы его работы запугиванием и дисквалификацией на несколько лет или пожизненно тех людей, у которых свое мнение или которые критиковали Федерацию шахмат Узбекистана, также вызовы в милицию под его давлением и запугиванием, пытаясь максимально убирать с дороги ненужных ему людей вот такими методами. Я, честно говоря, ничему не удивился, потому что этот беспредел длится почти 20 лет и полная диктатура Турдиалиева Хусана. Но сейчас с приходом председателя Федерации шахмат Узбекистана Азиза Абдухакимова, который является также министром спорта и туризма Узбекистана и вице-премьером правительства Узбекистана, мы видим огромные изменения и улучшения Федерации шахмат Узбекистана. И также сейчас у нас появилась огромная вера, что в ближайшее время придет конец беспределу и диктатуру Турдиалиева Хусана. Я надеюсь, что в ближайшее время соответственные органы по закону проверят деятельность ООО «Шахматного центрального клуба», которым является учредитель Турдиалиев Хусан, и выяснят другие источники поступления денег на его личную фирму. У шахматистов Узбекистана всегда была, есть огромная поддержка правительства Узбекистана, и те огромные средства, которые выделялись и выделялись на поддержку шахматистов Узбекистана, к сожалению, они не доходили по назначению, благодаря таким людям, как Турдиалиев Хусан. Я надеюсь, что в ближайшее время этот человек покинет Федерацию шахмат Узбекистана, и наконец-то все шахматисты Узбекистана смогут вздохнуть в полную грудь и наслаждаться шахматной игрой и защищать честь Узбекистана на международной арене, а не находиться под постоянным давлением и дисквалификациях одного человека, Турдиалиева Хусана. Мы верим в справедливость, мы верим в закон. Спасибо большое всем за внимание. До свидания.